Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик на моем тестовом объективе. Сейчас я вам покажу, как я его запрограммировал. Я запрограммировал фокусное расстояние 90 мм и диафрагма от 2 до 16. Сейчас я наклею одуванчик на эту полочку, он высохнет, я упакую и завтра отправлю вам. Вот смотрите, вот объектив, наверное, такой же, как ваш, Leica Summicron 90 мм. И здесь установлен сменный байонет Leica R Nikon, вот видите. Одуванчик установлен на полочку. Вот, к сожалению, на этих байонетах неправильно нанесена красная точка. Вот видите, я дополнительно ношу еще одну красную точку, и ту, которая имеется на этом байонете, я ее затираю, убираю красный цвет. Вот по красной точке. Точно по калибру, когда вы будете устанавливать одуванчик на полочке. Вот калибр приложили, и точно видите, носик калибра смотрит точно на новую красную точку. Контакты одуванчика должны касаться внутренней стенки калибра, но не вдавливаться в нее. Вот клей. Внутри упаковочки с клеем лежит зубочистка для того, чтобы вы зубочисткой нанесли клей, а не из тюбика, чтобы его не перелить. Вот. Перед тем, как наклеить полочку с одуванчиком, приложите ее по калибру, отметьте границы посадки, уберите красную, уберите черную краску с внутренней стороны переходника, зачистите до белого металла и обезжирьте. Будьте очень аккуратны, и одуванчик прослужит вам очень долго. Спасибо за внимание и спасибо за покупку.